В Самарской области ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Несмотря на общее снижение числа заражений, большое количество заболевших фиксируют среди взрослого населения старше 50 лет и среди малышей до года. По данным областного Минздрава, в регионе на амбулаторном лечении находится 4127 жителей региона с подтвержденным коронавирусом, что на 36% меньше, чем на предыдущей неделе. Госпитализировано более 1500 человек. Расход кислорода составляет 19 тонн в неделю. В настоящее время развернуто более 1900 инфекционных коек в 29 больницах. Мы сократили количество красных зон, практически довели их до штатных фильтр-боксов в настоящий момент и возобновили работу амбулаторно-поликлинического звена по плановой работе. В регионе имеются достаточные запасы всех групп лекарственных препаратов для лечения COVID-19. Планируемые объемы поставок также создают уверенный запас по отдельным позициям более чем до полугода. ОРВИ заболели 12908 жителей, внебольничной пневмонии 476. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но по сравнению с прошлой неделей по внебольничной пневмонии впервые за 5 последних недель отмечен рост на 5,8%. Специалисты связывают это с тем, что часть заболевших затягивают обращение к врачу, чем усугубляют течение болезни. Всего порядка 500 человек у нас еженедельно попадает в больницы с поражением легких и это представляет серьезную угрозу их здоровью, и, к сожалению, у нас впервые на этой неделе действительно тенденция изменилась, и у нас прирост по сравнению с прошлой неделей людей с пневмонией. У нас осталось практически одно ограничение, это масочный режим, многие сейчас этим пренебрегают, поэтому я попрошу муниципалитета все равно продолжить рейды. Тем временем Федеральный Роспотребнадзор рекомендовал смягчить коронавирусные ограничения для школьников. Речь идет об отмене закрепления за каждым классом отдельного учебного помещения. Отменено требование о разработке расписания с разным временем начала уроков и перемен. В местах проведения экзаменов отменяется соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и зигзагообразной рассадки учеников. Рекомендовано отменить обязательное предъявление медицинской справки для детей, которые были в контакте с ковид-пациентами. Разрешается 100% заполнение детских лагерей. Остается необходимость вакцинироваться. В регионе выполнено 84% от плана, привито 54% населения, 42% привито повторно. Должен сказать, что снятие ограничений, связанных с введением QR-кодов, конечно, снижает интерес к вакцинации и, соответственно, остается только мотивация и разъяснение как основные инструменты для повышения и достижения необходимого целевого показателя. В следующий понедельник, 4 апреля, в регионе решено провести единый день вакцинации от COVID-19. В Самаре можно будет привиться с 9 утра до 20 часов на базе областной научной библиотеки. Также запланированы дополнительные пункты в других муниципалитетах с выездом мобильных бригад. По заявкам на дому смогут привиться граждане старше 60 лет. Напомним, что на территории области открыты 200 прививочных пунктов. Некоторые из круглосуточных перевели на 16-часовой режим работы. Светлана Кудрявцева, События.